Школа иностранных языков и программирования, студии вокала и танца, центры развития математических способностей и подготовки детей к школе. Десятки организаций дополнительного образования в Химках собрали в одном месте – в музейном комплексе «Артишок». Посмотрели балет, плавание вот сейчас смотрим. Ну и пока еще дальше еще не дошли. Вот. Ну, на английский пока рано еще, иностранные языки, но ей еще 2,4 годика, но уже с 3 вроде бы начнем ходить. Сыну 10 лет, для него мы искали компьютерное программирование. Дочке 6 лет, искали вот подготовку в школе. Мы пришли и нашли очень много для себя интересного. Так вот нигде особо не увидишь. Ну, вроде есть реклама, есть. А здесь наглядно можно подойти, тебе все расскажут, дадут буклет, все покажут. Идея организовать ярмарку дополнительного образования и досуга в одном месте принадлежит участникам общественного объединения активных родителей «Химки детям». По словам организаторов, такая ярмарка экономит родителям время, а сотрудникам образовательных центров позволяет наглядно и подробно рассказать о своих услугах. Что у нас происходит в начале учебного года? Родители выбирают секции, кружки, занятия для детей и должны объехать очень много организаций. А здесь в одном месте, в одно время можно прийти, посмотреть и выбрать, что интересно вашему ребенку, пообщаться с педагогами, поучаствовать в мастер-классах. Очень надеюсь, что наше мероприятие будет таким традиционным, и родители, и дети, и самое главное, организации останутся довольны. Ярмарка дополнительного образования и досуга в Химках проходит 3-й год подряд.